сказала, что жители очень активны, их это волнует. Сумма приличная, спору нет, 200 миллионов, это очень большие деньги. Еще бы года два назад можно было, наверное, заасфальтировать все Назарово на эти деньги. На сегодняшний день цены меняются, комплектующие уже не те. И вот вы видите, что на 600 с лишним миллионов уже тут, так скажем, хотелок. Будем дробить как-то на 2-3 года, может быть, и больше. И мало того, что все пожелания наших жителей нужно тут выслушать, надо еще и организовать достойный контроль. Евгений Петрович, на вашу активность уже все обратили внимание. А кто вот в вашей фракции «Единая Россия» в депутатском корпусе вот так же активен, как и вы? Кто вот с какими-то предложениями выходит, озвучивает, отстаивает интересы своих избирателей? Конечно, прежде всего интересуют одномандатники депутаты. Одномандатники все у нас, все просто работают хорошо. Чуть больше моя активность, потому что я выражаю еще мнение депутатского объединения от партии «Единая Россия», поэтому моя активность чуть-чуть как бы больше заметна. Ну а так я скажу, что люди ходят по участкам, работают, и вы видите, что не один же мой участок вот присутствовал сегодня. Все жители, начиная от Заречного, кончая вокзалом, там, и сторона Безымянная, и 17-я школа. То есть я считаю, что тут все депутаты работают, и эти 5 лет мы отработали достойно.